Наверное, нет на свете человека, который оставался бы равнодушен к волшебным звукам гитары. 29 мая Донецкая филармония приглашает вас в малый зал на концерт гитарной музыки «Медитация под гитару». В исполнении гитарного дуэта Павла Иванникова и Евгения Сапсалева для вас прозвучат произведения Баха, Де Фалья, Жизмонти, Альбениса, Стинга и других. Подробности в кассе и на сайте филармонии.